Мои хорошие, вот она расческа, которую я купила, про нее я говорила. Прошлая моя расческа такая же, только черного цвета. Натуральная щетина, она очень мягкая, очень хорошая. Стоит эта расческа у нас 600 рублей. Вот. Фирма Hair Shop. Они были разных размеров, это у меня средняя. И вот такой вот крем. Конечно же, куда же без улиточной слизи. Обязательно. 1100 рублей. Но мне показалось, что... Что процентов 30 стоимости от крема мы платим за баночку. Но мне так показалось. Не знаю, насколько это правда. О, я там видна в своих оранжевых шортах и салатной маечке. Так, это у меня дневной вроде крем. Ну, я просила дневной антивозрастной крем для комбинированной кожи. Раньше у меня была сухая, даже моментами очень сухая кожа. Сейчас уже комбинированная. Ну, я думаю, мне он подойдет, никаких проблем не будет. Кстати, на AliExpress тоже есть корейская косметика. Я буду заказывать оттуда уходовые средства. Потом я вам буду сдавать ссылочки, когда уже получу товар. Или, может быть, под этим видео, если не забуду, я вам оставлю ссылочки на уходовые средства корейского производства, на корейскую косметику. Там их немало уже. Вот. Ну, все, закрываюсь. Мои хорошие ходили с детьми к ортопеду. Знаете, мамино солнышко здесь лежит. И вот там еще одно мамино солнышко лежит. И что хотела показать. Пришли сейчас в кафе немножко перекусить, чай попить. Чай Маргентау. Любимый чай Путина. Поэтому он стоит дороже всех остальных. 199 рублей. Вот так вот. Тут тебе не халам-балам. На улице у нас сегодня моросит, но не холодно, холода нет. Это, знаете, такое место, это было раньше выпечка, а сейчас здесь уже и можно пообедать, позавтракать. Называется, по-моему, раньше называлась Тулуза, сейчас не знаю. У тебя оладики? Заказали мы, я заказала панкейки с медом, попросила. Мама заказала сырники, она сидит, смеется. Над размером этих сырников. Мои оладушки, кстати, очень вкусно пахнут. Ну, сырники на самом деле очень манюсенькие. Это двойная порция джема. Вы не думайте, что здесь такую огромную порцию приносит. Это двойная порция. Ну, вот. Нужна была двойная порция. Один, наверное, тоже хватило бы. Она же говорила. Я же не знала, ну, она же знала, что сырники мелкие. Я же не знала. Вот так вот, короче. У нас это перекус. Не обед это, не завтрак, просто перекус. Домой заберут Джим. Ой, не могу. Привет еще раз, мои хорошие. Сегодня я не выспавшаяся абсолютно. Спала буквально пару часов, наверное. Сын заснул под утро, и где-то в 8 я уже проснулась. Ходили, сегодня у нас был плановый осмотр у ортопеда. Как всегда, все хорошо. Единственное, дочь прописали за то, что у нее тонус мышц. Наконец-то ортопед прописал массаж. А так до этого ни один врач не прописывал на массаж. Никаких проблем он у дочери не увидел, кроме вот тонуса, который он был, в принципе, всегда. Но сейчас меньше, чем раньше. И сказал, что не видит никакой проблемы, из-за чего нужно идти к остеопату. Вот я теперь опять задумалась. Я не знаю. А, кстати, по поводу остеопата. Там мне в комментариях там столько девочек высказалось. Кто-то за, кто-то против. Девочки мои хорошие, вы, наверное, немножко путаете остеопат и мануальный терапевт. Остеопат. Он не скручивает никак детей, больно им не делает. Это он буквально подушечками пальцев
проверяет, где что болит. И ему для этого скручивать ребенка не нужно. Скручивают, вытягивают, давят сильно. Это мануальный терапевт. Это разное немножко. Поэтому, если бы я заранее как бы заведомо знаю, что моего ребенка будут скручивать, неизвестно, что делать, кости вправлять, как вы там писали, как бы не будучи уверенной, что у моего ребенка какая-то проблема, просто так для профилактики вести, я бы не стала. К такому врачу имею в виду, который будет больно делать моему лялюсику. Тем более она у меня манюсенькая. Знаете, тут такая странность, сегодня взвесила детей у ортопеда, когда были на приеме. Показала нам, что у сына, что у дочери на 200 грамм меньше, чем было 10 дней назад в поликлинике. Как это? Они должны были, наоборот, плюс где-то 300 грамм должно было быть у них, а показала, наоборот, минус 200 грамм. Честно сказать, удивилась. Или там весы были неправильные, или там. Но, скорее всего, вот там, где мы сегодня были, мне кажется, потому что я их еще в другом месте взвешивала с весами, которые в поликлинике, совпадал вес. Вот. Сегодня же мы ходили к платному мануальному терапевту. Ой, господи, это у меня голова кругом. К платному ортопеду ходили, в клинику целитель, детская клиника целитель на Алиева. По-моему, Шамсула Алиева. Возле центральной больницы, кто живет, в Махачкале знает. Фамилию, как всегда, забыла. Но там он такой взрослый мужичок, лет 37 лет старше у него, очень хороший доктор, врач, мне понравился. Лишние вопросы не задают, быстро-быстро посмотрел. Еще знаете, что я заметила? Осмотр терапевта, невролога и ортопеда всегда идет одинаково почему-то. Даже мама. Вон мама тоже это подтверждает. Я думала, я одна такой заметила, мне кажется. Нет, на самом деле, что педиатр, не терапевт. Я, наверное, терапевт сказала. Педиатр, что невролог, невропатолог, что ортопед, все одинаково смотрят детей. Ничего нового ни один врач не смотрит. Вот так вот. Теперь я дома, хочу попить чаю. Устали мы с мамой. Мама тоже практически не спала. Я тоже. Надо чуть-чуть отдохнуть. Вот оставила я свою принцессу на животике полежать. Вот она. Вот она. Ой, сейчас будет ворчать. Когда она одна лежит, она не ворчит. Если кто-то подошел, то все, сейчас начнется. Вот так. Хрюкает. Сразу говорю заранее, сопли у нее нет. Я капаю аквалор и вычищаю. У меня есть этот специальный, как же он называется? Господи. Забыла название, которое соперки вытягивает. Ой, все, началось. Ку-ку. У моей дочери хорошее настроение. Выплакалась. Теперь тащится, лежит. На воздухе побывала? Да, полчаса на воздухе, на балкончике. У нас свежий воздух на балконе. Ну, во двор невозможно же выйти, там слякать. Зюхляська. Зюхля. Скажи бабушке, агу. Ты где? Вопрос к мамочкам, которые делали своим деткам лыски. Когда у них выросли волосы, скажите, а? Я вот все жду. Они все не растут. Я уже забыла цвет волос, какой у моей дочери был. Ну, ей еще повторно надо делать. У нее местами растут, местами не растут. Ну, у него тоже так же. У него больше растут, потому что у него череп основанный. Основа черепа уже формировалась. У нее нет еще полностью. Кстати, хотела сразу сказать желающим высказать свое очень важное для меня мнение по поводу внешности моих детей. Заранее говорю, что будете посланы далеко в секс-путешествие, без предупреждения. Меня особо не волнует ваше мнение. Вы прежде чем писать, гляньте на своих чат, которые вы зачастую рожаете по залету.
мои дети самые любимые, самые красивые. А что случилось? Ну, пару нашла, пару жизнью обиженных баб, которые внешность моих детей обсуждали там. А почему ты их не видишь? Ну, не знаю я. Видимо, давно витаминчик не получали, а озлобленные на жизнь. Вот я их туда и отправила за витаминчиком. Они самые красивые, самые любимые, самые долгожданные, самые-самые-самые они у меня. Особенно доча моя. Самая красивая девочка на свете. Кого не устраивает, смотрите на своих чат. Как они некрасивые, что у нее некрасивые? Такие реснички. Такие глазки. Одна улыбка ее чего да, стоит улыбка, на миллион. Беззубая улыбочка, лысого ангелочка. Да. Чего стоит? Алло. Не знаешь, говорит, лысая без зубов, говорит, все равно самая красивая. Кто такие вещи пишет, это богом обиженные люди. Ну, это не то слово. Алло, как можно? Это же ангелочек. Божественное создание, разве можно на него что-то говорить? Ну, у нас обиженных жизнью людей же немало, у которых своей жизни нет, и они хотят нагадить другим. Фу, не скажи, бабуля, что... Фу! А ты, мама? Ой! Она сюда смотрит, потом здесь, картина, здесь картины да. висит. Она вот на эту картину смотрит. Картина висит здесь, и поэтому... Мама, убери на... свой нос. Мой нос! Мой кавказский Дотя, нос! Дотя! Дотя! Вот и меня! Сегодня приходила к нам массажистка. Мы заказали курс массажа. 10 массажей будет делать и дочь, и сыночку. Сегодня был первый день. Ну, вели, конечно... Ой, будь здоров! Вели, конечно, они себя на массаже не самым лучшим образом. Сперва спокойно было, потом дочь как закатила истерику, сын подхватил. Короче, было весело с утра. Даже мамина. Ну, они друг с другом солидарны. Да-да-да. Сынуля сейчас у меня на груди висит, как обычно. Все? Ты больше не разговариваешь? Скажи, Слева, скажи, бабуля. А помните, когда я еще была в положении, вы пытались угадать, какого же пола ребеночка я жду? Я купила одеялки, помню, и Азуля сидела в кафе, в пакете лежали одеяла в коробочке. Коробка была голубого цвета. И все, там началось все, она ждет мальчика. А у меня там было два одеяла, две коробки, и обе коробки были голубого цвета. Вот одно из этих одеял розовенькое. Это ее. Она нам вообще не понадобилась. Практически, да, они пользовались. Только один раз я дома туда перевезли, и все, больше ничего. Не, пару раз на выход, когда это. Пару раз в поликлинику шли. И все. Да. Нет, в больнице тоже я несколько раз накрывала их этим одеялом. Да! Ну, да, так, да. В основном. Да. Принцесса. Не, она уже не принцесса, она уже королева наша. В основном, она не стоит тех денег заплатить за нее. И чтобы... Не, не стоит, конечно. Это просто как сувенирка дома. Или кому-нибудь. На что выход. На дальнейшем? На выход. Мы же мамаши такие. На детскую кроватку ее невозможно. Ни на чего невозможно. Да, ну и тонкий. Единственное, что натуральный хлопок. Погода у нас сегодня, конечно, не очень. Ну, уже, в принципе, все. Зима уже особо. Солнечных ясных дней ждать не стоит. Эти два дня мы практически проспали. Тесно. Да, дети спят, и мы с мамой тоже выстегиваемся. А потом ходим как зомби. Потому что они на нас до шести спать. Да, ночью, да, ночью они плохо спят эти дни у нас. Вот она любит, когда я делаю массаж ладошек. Ладошки, пальчики, когда я поминаю. Ну, улыбнись, мамина, улыбнись, улыбнись. Да, сейчас. А ну, покажи язык всем. Да, сейчас. Всем покажи язык. Вчера взвешивали деток. Сколько у нее было? 3600, да, мам? Да. У нее 3600, у сынули... 5-700 где-то. 5-700, 5-800. Так что вес набирают стабильно. Потягушки это их любимое.
Гу-гу. До конца не буду доводить. Ась-два. Легкий массаж. Это какой массаж они получили? Обычный. Не... Так, да, да, обычный массаж ей делали. Кстати, вот наша замученная бабушка, на которую я скинула своих детей, использую ее как рабу. Вот она. Видите, какая несчастная. Где она? Ну, ты? Где, говорит, она? Это про тебя было сказано, вообще-то. Какой позор. Замученная ты наша. Я бы приготовилась, я так... бы макияж навела бы там тут и тут. А прям ты красишься, как будто. Ну, платок одела бы. Что ну, я тебя не снимаю. Не снимаешь? Не-не-не. Вот его. Она у нас без платка, поэтому стесняется. Ну все, закрываюсь, закрываюсь. На этом всем хорошего дня, вечера. У кого какое время суток, не знаю. Берегите себя и своих любимых, особенно своих деточек.